Всем привет! Сегодня пятница. У нас опять подготовка к шашлыку. Вот сейчас занимаюсь на кухне. Готовлю хлеб. Сейчас я сделаю уже вкусненький такой. Вот мое рабочее место. Работаю и заодно присутствую на вебинаре. Вот работа в интернете. Это наш лидер, один из четырех, которые организовали флешмоб и, не жалея времени своего и сил, помогают людям. Так благодарна им. На улице у нас зима, солнце вовсю, 25 градусов. Снупи вышел позагорать. Снупи, как загар? Прилипает? Дай-ка лапку, дай мою хорошую, дай лапку. Бедненький, старенький ты мой песик уже. Ах ты, матушка. Майляем шашлык, башлык. Ну что, как пятница? Ты пятница с вами. Ты к нам идешь в Редакс, нет? Да. В Редакс, в Редакс. Конечно, надо. Ты что, уже? Обязательно, давай. Когда? После пятницы. Сегодня не говорим о делах. Завтра вечером. Давай, пока. Ходит кошка по панели. Что ты хочешь, мясо? Сейчас. Ну что ты злишься? Совланул немножко, совланул. Подожди чуть-чуть. Сейчас, Кыска, сейчас. Ага. Давид, сколько времени сейчас? Машакша. Эли, Машакша. Читаем. Вот у меня от ей информационная встреча. Вот у меня от ей Диша. Скоро будет у нас девчонки из команды Рекстар. Не забудьте сегодня в 19:00 по Москве информационная встреча.